Финальный боец первого комбат-пака Mortal Kombat 1 Такеда наконец-таки вышел, да не один, а вместе с Феррой. А это значит, что пришло время пролить еще немного водички на события касательно игры Mortal Kombat. Всем привет, друзья, с вами Анидзука. Я обещал вам в прошлом видео, в котором мы разбирали контент, который добавили в игру, обещал вам, что отдельно запишу видео по Такеде и по Ферре. Хорошие ли они бойцы, интересные ли они бойцы, нравится ли мне лично за них играть. То есть я уже провел какое-то время, несколько часов за игрой, и уже могу что-то вам рассказать. Вот, поэтому просьба поставить большие пальцы вверх под видео, если вам нравятся такие болтальные водяные видосы без сценариев, спецэффектов и прочей фигни. Чисто наш такой мартушный базар, так сказать, мартушный базар. Вот, ну и оставить свое мнение в комментариях по поводу Такеды и Ферры, нравятся они вам или нет. Ну что ж, давайте начнем с приемов, да? Ну, мы, конечно же, посмотрим еще и на кастомизацию. То есть я уже открыл нужное количество контента, чтобы можно было вам показать костюмы, там раскраски, маски и все остальное. То есть это все будет сегодня в этом видео, ближе к концу. Вот, а сейчас давайте немножко так вот посмотрим по боевой системе, так вкратце пройдемся, не будем каждый прием, там каждый фрейм и все остальное. Это, ну, не для нас, я так думаю. Вот. Кто задрот этого дела, он, наверное, сам заходит и все фреймы, и все смотрит. Да, сейчас мы просто вот как бы, вот я поиграл, что интересненького я заметил, да? Значит, во-первых, у него есть довольно дальние атаки кунтайми, что как бы неудивительно, Mortal Kombat X они тоже были, но, по-моему, делались они там по-другому, другими нажатиями. То есть я не смог нащупать просто вот так вот на шару, как бы, да, как они делаются. Вот. Ну, короче... Назад 2-1, да, бьет очень далеко. То есть первый удар бьет ближе, второй дальше, там миды идут. Эти средние-средние атака. И можно завершить еще нажатием двух кнопок, еще оверхедом, короче, да. То есть если противник сидит, блочит и далеко стоит, то это даже может его достать. Видите, как далеко, прямо на весь экран мы отъезжаем. Вот, ну и с этой штуки можно и как бы комбо начинать делать. То есть у него, например, есть... Вообще у Такеды очень много всяких подбросов. То есть это один из... Наверное, наиболее разнообразных персонажей в игре. И это очень круто. То есть я люблю разнообразие. У него много различных вариантов подброса. Есть, например, вот такой прием. Вот, типа, да, он как бы скользит к персонажу, почти телепорт. Вот, его можно сделать так, чтобы он сделал телепорт сзади. То есть зажимаем кнопочку вверх, например, да, или назад можно зажать. И он делает телепорт сзади, и как бы получается подброс, после которого можно выходить на комбо. Это так пока старт, стартовая вещь. Вот, ну и соответственно, вот эти вот хлысты назад 2-1 можно также отменить, если попал в хит, да? Можно отменить в этот телепорт. Ну вот такая вот камбушка уже, смотрите, я уже нащупал, видите, 328 урона, 1 метр мы использовали. Довольно красиво, довольно интересно, да, без использования камео, вот. И, конечно, если какие-то камео там используют, которые продлевают комбо, в Ферре это не относится, как мне кажется, вот, то можно там и за 400 урона сделать, там, то есть в воздухе, если подцепить. Вот, вот такая штука, то есть вот эти вот можно для стартера делать, можно так дергать соперника, да, а вот это вперед 1-2, это уже больше как продлевать комбо, когда противник уже в воздухе, можно так подхватить и там крюками, например. В общем, довольно удобная тема. Ну и опять-таки вот это вот вперед 1-2 тоже можно завершить вот такой средней атакой. Ну что еще интересного у нас есть, да? Он может не только красивые вещи делать, хотя он может делать красивые вещи. Вот приятный у него такой слайдик есть. Назад 3, да? И можно сделать назад 3-4, и получится 2 удара ногой. Часто противник, типа, не ждет второй удар, и он раскрывается после слайда и получает. Ну, конечно, это, ну, впоследствии не ждите, что люди будут не блочить второй удар. Сейчас не блочат многие, но потом перестанут его не блочить. Вот. Но фишка в том, что это тоже можно отменить. И, пожалуйста, выход на комбо. Потом у него есть, например, оверхед. Вот такой вот. Вперед 4. То есть вы можете как-то так миксить врагов, противников.
Но хочу сразу сказать, что те, кто покают, они его покой перебивают. То есть вот так вот просто этот оверхед перебивается. И тут анимация идет, это перекрутки, и спокойно влезает в рука вот так вот. Вот так вот. Что-то оверхед, да, кучу под ним можно подсесть, типа, как бы туда. То есть вот, ну, подсесть нельзя, но сунуть можно, короче, да. То есть если вы просто сидите, то вам, конечно, по башке прилетит. Но если вы суете руку, то вот, ну, короче, знаете, вот так просто там покать и делать эти вот оверхеды не получится. То есть противник вас перебьет. Вот. Ну, все равно удар есть, то есть иногда можно в углу там подсунуть противнику такое. Ну, все-таки он перебивает тех, кто в блоке сидит, например. Вот. Чем этот удар хорош. Потом у него есть вот такие вот штуки. Звездочки. Тюрикены. И они взрываются. А, их можно на разную дистанцию, то есть ближе к себе, в среднее, дальше пускать можно. Вот. И если эти сюрикенчики усилить. Опять, видите, выход на комбо. Прикольно, прикольно. А, также есть сюрикенчики умные, типа, вот так кидаешь, и они не взрываются. Но мы можем взорвать их вот такого. И опять выход на комбу, ребята. Вы поняли, короче, да? То есть у него очень много вариантов выхода на комбу. Это, блин, прям прикольно. Вот. И вот эти сюрикенчики, да, как бы у него вроде бы просто зонинга как бы нет. Ну, вот такого, чтобы прямо во что-то в кого-то пулять, но... Сюрикенчики, по сути, это зонинки есть. Особенно они неприятны, если их с воздуха кидать. Это, знаете, напоминает этот Джейд в Mortal Kombat 11. Она всегда прыгала, бой начинался и разоранг свой пускала. Вот, тут вот тоже вот так вот можно срать этими сюрикенчиками. Ну и в нужный момент еще и это, да? А можно типа там поставить сначала этот, а потом так, вот этот, видите? Ну, то есть вот. Вариантов много интересных таких вот, как подзасирать за Такеду. То так подзасрать, что и на комбу сразу выйти. Красиво, красиво все, да, вот это работает. Вот, бруталочки у него есть красивые, мы на стримах уже пооткрывали. Даже вот бруталка вот с этим вот приемом. Вот с этим вот. Есть бруталка даже, блин, вот это вообще классно. У многих персонажей в Mortal Kombat 1 есть бруталки вот с таким, ну, точнее не бруталки, есть прием у персонажа, который как-нибудь сверху бросает вниз противника и каждый раз напрашивается, думает, что это будет бруталка. Ее нету. То есть там у того же там этого Омнимена что-то такое было, короче. У Хомлендера тоже что-то такое было с подбросом. Ну, в общем, короче, и бруталки нет. Она напрашивалась. А здесь вот, блин, я удивился, что они ее сделали. И это, наконец-таки, прикольно. Вот. Так, значит, что у нас еще есть? У нас еще есть вот такие приемчики с кнутами. Вниз-вперед 4. То есть, это... Вот это, например, нормал, да? Назад 2-1. А вниз-вперед 4 это спешл. Его даже можно усилить. Видите, он загорелся сразу. Вот. И если ударить 3 раза, можно до 3 раз сделать. Вниз вперед, вниз вперед, вниз вперед, видите? То есть, ну, это, то есть каждый раз надо нажимать вниз вперед 4. Конечно, ну, мешать кнопки приходится не всегда привычно. Вот, но тем не менее. В общем, это тоже можно вывести на комбо, если нажать в конце, усилить третий удар. Это все, видите, ну как бы да, урон там. Сейчас не такой большой урон, потому что, ну, вроде бы 2 метра использовано и 280 урона. Но учтите, что мы сейчас не используем какие-то камео, которые в воздухе подцепляют противника. Да, я думаю, с Такедой там хорошо будет работать. Там Скорпион поджаривать снизу. Джеки Брикс будет 100%. Мне уж попадалось Джеки Брикс. Ой, не Джеки Брикс, Джанет Кейдж попадалась уже. Она тоже. Она даже на захвате там начинает подцеплять в воздухе. Вот, то есть учитывайте это, то можно урон там за 400, я думаю, спокойно сделать. Я сейчас просто играю пока с Камео Феррой. Потому что, ну, я как бы качаю того и другого персонажа, ну, как бы и для видео, да. Вот, но. Короче, в целом. Урон, ну, то есть, потенциал, комбинация у него довольно высокий. Урон большой можно сделать в потенциале. Вот такой приемчик есть. Если это не создать 4, если его усилить, еще выход на комбо. Я сейчас просто немножко тут это мешу. Не то. Ну, вот видите, даже вот так можно подцепить. Вот, то есть вариантов много.
персонаж супер-пупер комбящий. Это здорово для, для мартухи. И плюс как бы и миксапики есть. Вот, например, вот есть комбо вот такое. Раз, два. Оверхед. Ну, такой как бы не очень быстрый. Можно влезть там, типа, ну, с броней, например. Вот. Есть вот такой вот ударчик. Вниз. Вот есть просто вниз, да? Вниз один пока. А есть вниз вперед. Держишь. Как в Тейкен, знаете? Но единственное, у меня иногда бывает, получается, вот так вот это вот, то есть вниз вперед, как будто я нажал. Но это от геймпада зависит, да, то есть вниз вперед один. Иногда бывает, вот срабатывает место вот этой штуки, когда вот хочется вот хлыстануть. И видите, тоже выход на комбо, да? В общем, вариантов, реально вариативный персонаж. Может быть, я, конечно, еще не все вспомнил. Сейчас постараюсь. Да, конечно же, я забыл еще некоторые штуки. Например, он может в воздухе цеплять гарпуном тоже. Ну и это тоже выход на комбо. То есть это надо сразу убить, короче, если попали. Не всегда получается, типа, ну это надо привыкнуть, короче. Типа, ну, короче, понятно, да? Надо только подобрать какое-то. Чем цеплять лучше. Ну, смысл в том, что да, удар сверху тоже выводит на комбо. Потом есть еще вот такая штука. Мы привыкли называть это уже по трейлерам, типа, как паутина Человека-паука. В общем, хлыстом он цепляется за небо. То есть это такое, ну, для продлевания комбинации в воздухе. Но чтобы в воздухе комбинации продлить, надо это дело усилить. Так. Сейчас, подождите. Вот так вот. Ну, типа, там после этого можно бить будет. Я пока эту штуку особо не использую. Видите, что получается. Вот, потом есть еще в воздухе вниз-назад 3. Вообще удар Спайдермена из Marvel vs. Capcom. Вот, его можно еще усилить. Вот этот не выход на комбо, но с помощью каких-нибудь камео можно, конечно, тоже подцепить этого персонажа вот, в воздухе и закомбить дальше. Ну и, в общем, вот это вот еще раз. Такая базовая комбушка интересная. Вот. В общем, блин, персонаж клевый, ребят. Прям очень понравился. Один из лучших. Ну, определенно лучше всяких хомлендеров, ну, по интересности, да. То есть я не знаю, вот если сейчас долго там играть против хомлендеров задротских и прочего, может быть, там будет сложно, да. Но то, что он интереснее, это точно. То есть вот, в принципе, все DLC-персонажи, кроме гостевых, они действительно интересные. Взять Куан Чи, взять Ермака, взять Такеду. Вот. Если вот среди них троих выбирать, то, наверное, возможно, на первом месте окажется Такеда, на втором Куан Чи, на третьем Ермак, вот как мне кажется. Ну, может еще посоревноваться, конечно, с Куаном. Куан, потому что здесь тоже очень навороченный, интересный, да? Вот. Но Куан на зонинг, там все такое, хотя там и без зонинга интересно за него играть. А здесь уже больше вот такие разные комбо разнообразные. Хотя, опять-таки, повторюсь, за Сиралова. И Сиралова есть. Так что... разноплановый, я бы сказал, персонаж. И для того, и для другого. Вот, ну что, давайте теперь о Фере поговорим. В принципе, практически все. Но единственное, что... как его, забыл сказать... Фаталблоу, что у него необычный, да? А, да! Фаталблоу у него необычный, там его можно типа задерживать, отменять можно, там сюрикен он кидает. Ну, надо, наверное, вам все-таки показать, да? Вдруг вы. Вот, короче, да, сейчас у нас активен Фаталблоу. Вот, когда мы его нажимаем. Оба! И пошло, пошло Фаталблоу. Вот, но фишка в том, что мы можем нажать его и не нажимать ничего какое-то время. Можно нажать вниз-вниз, и оно отменится. Ну, а можно, короче, активировать его, там, несколько сюрикенов выкинуть. Раз, два, три, четыре. И раз, отменить.
И Fatal Blow у вас, ну, конечно, все равно будет восстанавливаться. Но фишка в том, что вот есть такая вариативность, и дальше можно вот, типа, что-то делать. Также вот этот удар, типа, бег, который, да, можно отменять. То есть, ну, мы привыкли его использовать для вот этого оверхедного телепорта. А также можно нажать вниз и тут что-нибудь начать такое делать. Нехорошее. Противником вблизи. Который, может быть, в блоке стоит и ждет как раз этого верха. Вот. Ну, единственный минус, наверное, да, вот первый минус, что я приметил, да, это вот этот вот его оверхед, который очень легко все сбивают покой. Второй минус, еще я приметил, это атака с броней. Вейкап атака. Вот это она же есть, да, назад-вперед, 3. То есть, если нажать метр, то вы получаете броню, но что-то она очень легко сбивается прям. То есть, она активируется на первых кадрах, да, видимо. Вот. И он начинает движение, и, видимо, броня уже заканчивается, и его очень часто вот в процессе этого движения его просто тупо сбивают. То есть противники просто стоят мешат, пока вы встаете, и они с легкостью сбивают этот удар. Поэтому очень опасно вот эту вот штуку делать для того, чтобы выйти из прессинга. То есть я много раз пробовал, пытался так, и, короче, очень часто просто банально сбивали. И это не то, что когда, знаете, делают атаки, которые именно сбивают броню, специальные атаки есть, которые броню поглощают, да? Там типа как у Бараки, там ножка с ручкой, там, да, например. Вот, или как у Китаны колесо, да. Нет, обычными какими-то комбами, атаками просто случайно рука прилетает там или нога, и все, и сбивают. Поэтому вот вейкап атака мне у него не понравилась. Ее использовать очень опасно. Очень часто вы просто получаете урон. Вот, с Такедой, короче, пока что все. Вот, у него немножко дразнилочек есть. Давайте перейдем к Ферре. Значит, Ферра у нас есть такая, нажимаем на R1. Знаете, что это тоже персонаж из Mortal Kombat X, да, помните, был Ферратон. Вот нажимаем R1, и она оказывается у нас на спине. И вот ну, тут можно немножко двигаться, но, конечно, не так удобно, как обычно, да. И плюс еще время идет, да, у нас метр сгорает, когда мы просто так движемся. Желательно сразу что-то делать. Вот, поэтому, типа, раз. Ну, там выход на комбо, но немножко я, короче, да. Ну, вы поняли, короче, да. Значит, вот у нее есть, значит, эта кнопка 3 была, да, слайд нижняя, кнопка 1. Вот такой удар. Это тоже выход на комбо, кстати. У нее почти каждый миксап, это выход на комбо. Она подходит, ну, для персонажа, у которых вблизи не очень с миксапами. Вот не знаю, может, хотя у Троика тоже она бы подошла для геймплею. Вот. Короче, нажимаем R1. И там дальше, кстати, даже можно даже подпрыгнуть. Потом нажимаем R1, 2. Опять выход на комбо. Ну, вы поняли, да? Единственное, что вот у нее R1, 4. Это без комбо, короче, да? Это просто как бы такая оверхедная штука. Ну, не знаю, насколько она полезна, мне ситуация удобных для нее не было. Да, ее можно делать на разной дистанции. Вот, можно там покороче. Вот, ну, мне не кажется особо удобной атакой, интересной, да. Вот, потом еще можно сделать R1 вниз-низ R1. Это усиление, оно еще броньку дает, и типа у вас урон больше. Можно два раза это сделать. Так, подождите, ну-ка, раз. Да что ты делаешь? Да что-то слетает она у меня. Раз. Вот, два раза можно усилить. То есть там увеличивается урон от ваших атак, пока он горит, короче, да? И плюс еще там броню вы получаете. Армор в момент этого приема. Но использовать не так уж как бы это... удобно, как мне кажется, эту штуку, чем вот эти вот миксапы. К тому же эти миксапы, некоторые из этих приемов быстрее выполняются, когда в комбо. То есть вот так вот, например, 1-2. Вот, видите? Так, сейчас вот что-то... О, то есть они довольно быстро еще до кучи, когда ты делаешь это в комбо. То есть оно так, в принципе, по идее, рассчитано.
Вот. Плюс еще у нее есть вот такая штука вниз R1. Она тут типа прыгает. Ну, она просто на фоне находится. Когда вы бьете противника, у вас быстрее набирается метр. Видите, она там баф. Ну, сейчас метр полный, но смысл в том, что она ускоряет набор метра. Но если вас бьют, то вы будете метр терять. Короче, вот такая вот двоякая функция. Не уверен, что я буду ей пользоваться, да? Ну, в общем, она есть. А, и также еще можно делать... в воздухе можно ее призывать. То есть нажать в прыжке вверх R1. Как-то, может быть, можно это с воздушными комбами сочетать. Но я... не уверен, короче, что это можно сделать. Возможно, какие-то профи сообразят, как это сделать. Но, в общем, насколько это нужно, я не знаю. Вот. Короче, Фератор вот такая вот. Ну, я не уверен, что она прям сильно подходит Такеде. Просто сейчас пока играю, да, потому что вот они в новинку. Такеде я бы скорее, наверное, взял или Джанет Кейдж, или, может быть, Мавада. В общем, персонажи, которые нормально комбо продлевают. Фера, она скорее как комбо-стартер. То есть она хороша для персонажей, которым сложно раскрывать противника. Вот, а то думайте сами, у кого там миксапов не хватает, да? Вблизи, например. Вот. Ну, так, вблизи как миксапер она неплоха. И то есть, и плюс еще каждый удар почти комбо-стартер. Да это, конечно, очень круто. Вот, такие дела. Так что камео интересное, камео интересное. Кому лучше подойдет, не знаю. Вот я говорю, может быть, того же Рейку будет неплохо за нее поиграть. Да, у него там, например, оверхед просто роняет противника. Тут оверхед будет на комбо выводить сразу. То есть есть вариативность, да, можно там ножка-ножка и подкат, или еще что-то там. Ну, то есть, я думаю, Рейку один из тех, кому будет интересен персонаж, полезно за него будет поиграть. Вот, ну и также и другие. Если вам сложно раскрывать оппонента, то вот пробуйте Феру. Я думаю, не ошибетесь. Вот, ну что ж, с боевкой на этом все. В общем, оба персонажа одинаково интересны. Ну, нет, скажем так, наверное, все-таки Такеда мне интереснее, чем Камео Фера. Но Камео Фера тоже прикольная. Вот, давайте теперь уже пойдем к кастомизации, посмотрим, что там у них есть. Начнем с Феры. Только взгляните на эту анимацию, ребята. Опа! Притащила этот мешок с черепами и на него села. Так, давайте посмотрим. Ну, это камео, понятно, что у него много чего нет, у него просто несколько раскрасок. Я еще не все раскрыл, но вот уже 4 вида у нас есть. Значит, обычный. Время для игр. Трюкачество, хитрость. И вот еще симбион. Ну, как бы, что-то особенное про них сказать не могу. Раскраски разные, раскраски, да. Сама моделька довольно прикольная, детализованная. Видите, всякие железки тут к ней приделаны. Озвучивает ее это Тара Стронг, по-моему, или как так зовут актрису. Она еще Харли Квинн обычно озвучивает в играх от NetherRealm, в Injustice, там типа того. Ну и в MKX тоже она была. Ну, в общем, вот так вот детально она сделана. Расцветки как-то особой роли, я даже не играют, они какие-то такие... не особо взрачные, что ли. Не особо пестрые. Вот, давайте идем смотреть Мавада. Ой, Мавада, я сказал. Ну, вы поняли кого, Такеду. Так, машет хлыстами. Снаряжение. Масочки. Так, вот такая вот. С лицом, типа, да? Скрытный мститель. Преступление и наказание. Прикольная, кстати, маска. Она почему-то напоминает мне бараку, там, не знаю. Вот так. Как будто пасть бараки таркатанцев. Это вроде дракончик какой-то. Ну, какие-то вот. Напоминает немного таркатанскую пасть. Хотя, по идее, это, наверное, какая-то физиономия дракона. Такая вот, да? Держащий кнут. Ну, тут что-то мне дизайн рейновские маски напоминает. Мне не очень нравится такое.
Прямо Эдени отдает, как будто. Убивающий кузен. Ну, вот тоже немного напоминает, но чуть поинтереснее, вроде бы, мне кажется, эта масочка. Мне какой-то материал такой. Керамику напоминает, не знаю. Хотя, может, пластика. Мстительное сердце. Это немного напоминает маску Скорпа. Листики такой, да? Тотальное возмездие. Ну, вот это тоже ничего особенного. Тоже немножко Рейна какого-нибудь напоминает. Но это не все, кстати. Будут еще прикольные предметы кастомизации лица, но чуть попозже. В другом разделе. Так, ну тут у нас палитры. Итак, значит, обычный. Так, значит, бывший преступник. Вот у него супер навороченный такой костюм. Ну, кстати, в МКХ было что-то похожее, просто он не был таким, ну, цветастым. Такой, как какой-нибудь кибер-ниндзя. Праведный путь. Фиолетовый. Так, и... Самосуд. Цвета такие напоминают какого-нибудь железного человека. Какая расцветочка вам больше нравится, ребят? Пишите в комментариях. Сейчас мы посмотрим отдельно еще контент для него, который я еще пока не открыл, но его уже можно посмотреть. Итак, раздел мастерство персонажа. У меня он докачан, он до 16 уровня, и значит мы можем, ну даже после 15 мы можем посмотреть уже, что дальше нас ждет. Вот видите, на 16 нам тут всего лишь плашку дали. Вот, 17 уровень, вот такая вот масочка, типа как в духе черепа какого-то. Тоже прикольно смотрится, да, крупным планом сейчас не посмотреть, но вы видите, да, на превьюхе и слева. Оно еще, конечно, прикольно, что с разными расцветками и маски там, да, как бы выглядит по-разному. Так... 18 уровень у нас. Бруталити еще будет. Бруталки мне пока что все понравились, что я видел. Кто хочет бруталки посмотреть, заходите на стримы. Так, на нашем лайв-канале, да. Так, 19 у нас. Вот такая маска. И фаталочка вторая. Фаталочки, кстати, мне не очень вот такие. Да. Вот бруталочки прикольные. И последняя прикольная тема, смотрите, он типа этот, одноглазый как будто, одноглазый бандит, Такеда, ой, Такеда, и чё я всё путаю, Такеда, Кенши, Мавада, заколебался. Такеда же, да, Такеда, я же вижу написано Такеда, но они с Кенши теперь братья, двоюродные. Вот, короче, ну причем, смотрите, эта повязка тут вот белого цвета, на превьюхе она справа черного цвета, то есть зависит тоже от цветов костюма, от расцвета, как будет эта повязка выглядеть. Я не знаю, к чему они ее сделали, это отсылка к какому-то персонажу, может быть, я не знаю, к Metal Gear отсылка, или к Рейдену Metal Gear Rising, или вот, ну, или к Снейку, в общем, как думаете, ребят? Наверное, в названии можно будет прочитать, может, отсылку, конечно, но надо будет открыть эту повязку на глаз. Вот. Ну и палитра, видите, какая-то более темная, такая темная с оранжевым. Вот, в принципе, вот мы тут видим весь контент, который на него вообще есть.
Понятное дело, что ну, на него будут еще скины выходить, это по-любому. Сейчас в игре выходят скины на Ермака, выходят скины на Куан Чи, но Куан Чи уже там довольно много вышло. Вот, так что ждем, что и на Такеду потом будут. Но у него он сам по себе выглядит неплохо, да, то есть он не оборванец, как Ермак, например. Норм с этими расцветками, скинами будет поиграть на какое-то время. Вот, не знаю, будет ли что-то на него именно вот в этом сезоне вторжения, я, конечно, сомневаюсь. Вот. Ну, может быть, в следующем сезоне что-нибудь на него уже точно, какие-нибудь расцветки или что-то будут, наверное, добавлять. Потому что на Ермака добавляют, на Куан Чи добавляют. Так что и на Такеду что-нибудь дождемся интересного, да, они только на гостевых персонажей ничего не добавляют. Видимо, не могут, там лицензия не позволяет, все дела, а на своих они делают, стараются. Вот! Ребят, такие дела. Вот на полчаса у нас тут водички вышло. В общем, мое мнение вы поняли. Мне понравился очень Такеда. Мне очень интересно и хочется за него играть. Фера тоже понравилась. Чуть поменьше, но тоже прикольная. Вот, как-то так. Ваше мнение, ребят, пишите в комментариях. Напоминаю, что вы можете поддержать финансово наш канал и выход новых видосов, поскольку это все зависит от зрителей, которые вот поддерживают, спонсируют. Для этого есть спонсорская подписка на Boosty и также спонсорская подписка в нашей группе ВКонтакте. Там у нас специальный чат есть для спонсоров, различные бонусы, доступ к разным записям стримов, которых нет на YouTube, и к бонусным видосам. Так что вот, ребята, подумайте над этим, если вам нравится мой контент, так сказать. Ну и не забывайте заходить на стримы. Вот сегодня вечером у нас планируется онлайн-мясо, кстати, по Мартухе. Мартуха, там Текин и Street Fighter. Вот. Такие дела. Ну что ж, на этом все. Ваше мнение в комментах, лайки под видео. С вами был Анидзука. До новых встреч!